Вы смотрите программу Азбука молитвы. Здравствуйте. Молитва является сердцем духовной жизни каждого христианина, но когда молится церковь, это имеет особую силу и особое значение. Молитва объединяет верующих, укрепляет общину, помогает каждому чувствовать себя частью чего-то большего. В совместной молитве мы не только обращаемся к Богу с просьбами и благодарностями, но также и чему-то... Учимся. О чем сегодняшняя тема, о церкви и ее молитве. Обсуждать будем тему вместе с пастором, священнослужителем Виктором Ивановичем Корчук. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуй, Роман Анатольевич. Рад снова вместе послужить. Слава Господу, да, дорогие друзья. Вы можете отправлять в адрес нашей программы ваши вопросы. И здесь, в программе Азбука молитвы, обязательно постараемся на них ответить. Виктор Иванович. Ну, мы вначале, как правило, делимся своими личными историями. Вот помните вы такую ситуацию в своей жизни, когда общественная молитва или молитва церкви оказала особое влияние на вас или, может быть, на кого-то еще, или были какие-то интересные обстоятельства. Да, на меня оказала молитва особое влияние. Чуть меньше двух лет назад я упал и был сложнейший перелом правой руки все в церкви, кто об этом узнали, молились, чтобы наш небесный главный врач руководил земными врачами. И травматологи второй областной больницы, ну, реально, надо сказать, через них Бог сотворил чудо. Вот. Все косточки, осколки были собраны, объединены, все зажило, все ровненько, никаких последствий. Ну, только на память там остался металлический, <с 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 металлическое <с изделие. Ну, это чудо, которое Господь совершает и сегодня через врачей. Но благодаря тому, что церковь молилась за меня. По молитве церкви. Я вспоминаю однажды, когда я только начинал свое служение пасторское, был... Очень серьезный такой опыт в моей жизни, не только в моей. Эта история э, случилась в семье одной из семей у нас, у нас в церкви. И э, я не буду рассказывать все подробности, но нужно было серьезное Божье вмешательство, потому что никто из людей уже помочь не мог. И я помню, что. Э, Несколько ночей подряд, когда вот этот кризис обострялся, я по звонку супруга приезжал в эту семью и молился там до самого утра с, с другими членами семьи, но ничего не происходило. Потом другие служители, пасторы приезжали, тоже молились, но ничего не произошло. И однажды, когда я молился... Я так, где-то в глубине такая маленькая-маленькая мыслишка, что по твоей молитве Бог может совершить чудо. И это будет по твоей молитве. И Бог меня прямо остановил. Меня как молния сверху донизу пробила. И я понял, что так молиться нельзя. И вот спустя несколько, некоторое время, когда никакого чуда не произошло, Церковь организовалась, и мы начали молиться, как мы это называем, молитвенной цепочкой несколько суток подряд. Постоянно, почти трое суток церковь молилась, и Бог совершил чудо. И я понял, он сделал это для того, чтобы никто из нас не присвоил славу, что это было именно по моей молитве. Но я увидел силу молитвы, когда молится вся церковь. Это действительно было потрясающе. Господь ответил на эти молитвы. У нас есть вопрос от нашего зрителя. В нашей общине часто проходят молитвенные собрания. По неволе я на них присутствую. Часто слышу, как совместная молитва братьев и сестер помогала кому-то, как был получен ответ. Но, честно сказать, в этих рассказах часто улавливается фальшивая нота лицемерия. Каждый говорит о своем опыте так, как от него ждет приличное общество, а не свою настоящую боль. Как по мне, только личная молитва может быть искренней. А если так, есть ли вообще смысл в совместных молитвенных собраниях? Ну, надо признать, в Библии больше молитв личных, чем коллективных или общественных. Много в Библии ярких, глубоких молитв, сделанных, произнесенных отдельными верующими. Но есть также и истории, где молится группа. Сам Иисус говорит, где двое, трое... Собранный во имя Мое, будут молиться о каком-то деле, то получат ответ. Но надо признать: наш Бог не страдает гигантоманией: что если молитва одинокого человека, ну то он так себе будет реагировать. Ну, а если объединится большая группа, то он из очереди там других обойдет и на групповую молитву ответит быстрее. Так думать не надо, потому что мы количеством или громкостью молитвы, мы его волю ничуть не поменяем. Она благая, угодная, совершенная, и она свою цель будет достигать больше пользы в объединенной молитве, конечно же, не Богу, а нам. Что-то с нами происходит, когда нас объединяет какая-то одна нужда, боль – или потери, или горе. Это нас сближает друг с другом, и мы лучше понимаем Дух нашего Бога, который не только меня любит, но и того, кто рядом со мною в этом молитвенном предстоянии особое время первоапостольской церкви мы замечаем в книге «Деяния святых апостолов» очень интересное описание. И там действительно и ответы на молитву, и особое Божье водительство. А впрочем, я приглашаю вас, дорогие друзья, обратить внимание на один из таких отрывков из книги «Деяния святых апостолов». Тогда все, кто с верой принял сказанное Петром, были крещены. И число уверовавших возросло в тот день примерно на три тысячи человек. Неустанно внимали они словам апостолов и твердо держались всего, чему те учили, пребывая в братском общении, в преломлении хлеба, и в молитвах. В то время многие чудеса и знамения совершались через апостолов, и все были исполнены благоговейного трепета. Все уверовавшие постоянно пребывали вместе, и все у них было общее — они продавали свои имения, личные вещи, а вырученные деньги разделяли между всеми в зависимости от нужд каждого. И за дня в день все они как один собирались в храме, а в домах своих они совершали преломление хлеба и принимали пищу с радостью и открытым сердцем, за все прославляя Бога. И в народе все были к ним расположены. И Господь каждый день прибавлял к ним все новых спасаемых. Виктор Иванович, очень интересный отрывок вот мы сейчас послушали. Почему молитва всей церкви имеет такую особую силу и значение? Ну, хотя имеет ли большую силу вот в свете сказано вам до этого? Но польза, безусловно, есть. Слабые быстро учатся у духовно сильных. Тех, которые делают первые шаги, в молитвенном путешествии или на узком пути, они быстро приобретают опыт эффективной, позитивной молитвенной жизни. Они быстро на ходу учатся. Поэтому, конечно, есть смысл и польза в объединенной молитве. Виктор Иванович, какие библейские примеры совместной молитвы вы считаете наиболее вдохновляющими? Ну, можно сказать, таких знаковых три истории. Друзья Даниила в плену Вавилонской империи, они тоже попадали под статью об бестреблении, так как никто не мог сон царю и напомнить, и объяснить. Даниил попросил время, отстрочку от приговора этого грозного, и они с друзьями объединились в молитве, и Господь им повторил сон Навуходоносора, и Даниил смог его пересказать, Царь согласился, так именно все и было. И еще Бог через Даниила, благодаря этой объединенной молитве, дал объяснение. Это воистину был сон мирового значения. Спустя несколько десятилетий, это уже была Персия, книга Есфир, злобный Аман добился хитрости, он склонил царя на указ о физическом истреблении всех. Иудеев, которые по разным причинам не ушли на родину, хотя пророчество исполнилось, и дверь была открыта. Все могли погибнуть в Персии, но ни один не погиб, Есфирь. И ее двоюродный брат Мардахей, вот, им Господь открыл о важности объединенной молитвы. И она попросила всех подруг, кто был там во дворе царя, он вне дворца царя объединился с верующими и повернулась история указ злобного Амана не был исполнен. Ну и в Иерусалиме группа верующих, когда Петр оказался в тюрьме после исцеления у красных ворот колеки, и вышли они из заключения Петр, церковь в это время молилась потому что была угроза. Больше в Иерусалиме никому ни слова не говорить об имени Иисуса Христа, его не вспоминать. И они понимали, как не вспоминать. У нас поручение принести Евангелие всякому племени, колену, народу. И они стали молиться, «Господи, мы не будем молчать, сделай что-нибудь, но все должны узнать о а? спасение от Тебя. В ответ на их молитву читаем, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Сразу Бог ответил и дал зримое убеждение, что смело идите вперед, никто вас не остановит. Бог легкое землетрясение в том районе допустил, чтобы они видя, как колеблется земля, что вот так будет дрожать сердца тех, кто вам утром запретил о Христе проповедовать. Потрясающие истории вы сейчас напомнили. Я, наверное, вспомню еще одну молитву. Часто христиане практикуют ее. Это молитвенные ночи бдения. Но мы не будем сегодня о них говорить. Я лишь хочу задать такой вопрос. Продолжительность совместной молитвы имеет значение? Мы можем собраться, помолиться вместе, сказать «Аминь» и разойтись. Мы можем всю ночь или, может быть, даже сутки проводить вместе в молитве. Верующие в силу высоты или глубины своего духовного опыта между собой договариваются сколько мы будем молиться. Поэтому здесь нету регламента, что вот если только верующие выдержат молитву длиною в 10 часов, небо откроется и все произойдет. Вот. Написано, много может усиленная молитва праведного. Один или я помолился. И после длительной засухи Господь подарил долгожданные ливни, один человек всего лишь помолился. Поэтому независим Бог ни от количества молящихся, ни от длины молитвенного собрания. Но Бог ожидает в первую очередь детское доверие, полное послушание открытой истины и умение ожидать. Потому что у Бога свой календарь, когда кому и что лучше в жизнь добавить. Спасибо, Виктор Иванович. Но заключительный вопрос. Ваши любимые тексты Библии на тему совместного молитвенного поклонения. Пророк Иаиль, вторая глава, записал слова Господа, когда церковь в кризисе или это семья, или это группа единоверцев, когда что-то в духовной жизни не преодолевается, не получается. Господь говорит, что делать. Вторая глава пророка Иаиль с 16 текста. «Соберите народ, созовите собрание, Пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы, между притвором и жертвенником доплачут священники, и тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. Когда собирается народ в покаянии, в смирении, в доверии Богу, в новом посвящении Богу, какой бы ни был духовный кризис или не духовный, но кризис, Господь обещает пощадить народ свой и повере их воздать. Слава Господу за то, что Он нас не оставляет, и у нас есть такой замечательный канал общения с Ним, как молитва. Просим помолиться о нас, Виктор Иванович, чтобы Господь научил нас по-настоящему молиться и личной молитвой, и общественной. И в группе, да. Благодарим Тебя, Господь, воистину это Твой подарок. Мы через молитву имеем с Тобой реальную связь, когда только захотим, ибо ухо Твое постоянно открыто, чтобы помочь каждому, кто к Тебе постучался. Научи нас, Господи, в личной молитве быть открытыми, быть преданными Тебе, быть любящими и терпеливыми. Помоги нам также ценить преимущество молиться с другими верующими, потому что это хорошо хорошая школа. Мы слышим друг друга, и это нас очень обогащает. Благослови, Господи, чтобы мы возрастали и в молитве личной, и в молитве групповой, ибо то и то – это Твоя воля. Во имя Иисуса Христа мы Тебе поклоняемся. Аминь. Аминь. Спасибо, Виктор Иванович, за то, что были с нами сегодня. Спасибо, дорогие друзья, за то, что смотрите наши программы «Азбука молитвы». Когда вы молитесь лично, вы укрепляете свои отношения с Господом. Когда вы молитесь друг с другом, вы помогаете своим друзьям укреплять э, отношения с Господом и становитесь ближе друг к другу. Пусть Господь благословит вас в молитве. Вам всего доброго и до новых встреч в программе «Азбука молитвы».